Я разработчик компании Wargaming.net. Пришел туда несколько лет назад, уже на самом деле 4 года, застал как предыдущие проекты, вот, так и World of Tanks с самого начала. И, видимо, игрушка несколько лет назад была еще не такой популярной, потому что очереди на вход было их полно. Вот, и были проблемы технические. На самом деле, сегодня я очень бы хотел рассказать о том самом интересном, это как это внутри работает. Очень много такой несложной, но интересной инженерной информации, почему именно танчики, как они внутри работают, зачем так и всякое различное веселье. Вот. Кроме всего прочего, вот того, что я разработчик компании, вот, чтобы несколько представиться, я фанат open source, и там, кроме всего прочего, мое там хобби это там заниматься различным Linux мобайлом. Вот. И в плане вопросов, ну тут опять же поспорю с ведущим, мне можно задавать любые самые хардкорные вопросы, расскажу вам все. Без камеры я рассказываю даже больше, чем на камеру. Вот. Так что спрашивайте, не стесняйтесь, будем веселиться. Поехали. Что такое танчики в данный момент? На самом деле, вот статистика переведена по русскому кластеру. Все, наверное, игроки в курсе там первых цифр, какие-то большие онлайны, запредельные рекорды Гиннесса, все это достаточно интересно, но есть некоторые цифры, которые для программистов являются гораздо более ключевыми, чем просто количество людей онлайне. Вот, наверное, мои две любимых цифры – это то, что мы ежесекундно обрабатываем 8 миллионов сообщений. 8 миллионов сообщений в секунду расходятся игрокам об изменениях мира. На самом деле, такая сумасшедшая штука. Вот. Я сейчас поподробнее попытаюсь рассказать, что за как и зачем. Вот. На самом деле, вот то, о чем хочу сегодня рассказать, это игровой сервер, как он работает. Какие у нас проблемы с сетевым трафиком из-за того, что у нас там 8 миллионов сообщений в секунде. Что такое метакластер? Это то самое RU1, RU2, RU3, RU N, внезапно возникшее. Немножко расскажу про варгейминговский веб. Вот. И поговорим про обновление клиента, если успеем, или да, если будет интересно. Итак, почему те цифры, которые я показал, для нас являются достаточно сложными? При разработке игрушки вы можете исходить из двух вариантов архитектуры. Вот, это когда клиенты игры знают полную информацию о мире, и между ними ходят какие-то определенные команды. И второй вариант, вот, который выбрали мы все считаем на сервере. Весь игровой мир рассчитывается на сервере. На самом деле все, что делает ваш клиент, это ну, типа плеер. В него приходят команды, покажи картинку одним способом, покажи картинку другим способом. Приходят от сервера команды, кстати, ты теперь видишь танк. Вот, кстати, до этого не видел. Вот, сервер занимается расчетом всего, клиент-плеер и, ну, понятно, группу серверов, которые работают как единое целое, мы объединяем в кластер. Серверов великое множество, я уже приводил там цифру порядка 300. Вот, на самом деле, зачем это сделано? Это в первую очередь сделано для того, чтобы коренным образом побороть систему читеров. Нам очень не нравится, как в других игрушках читеры могут развернуться за долю секунды, выстрелить человеку в голову, вот, там, через километр попасть. Это все грустно. А вот такой подход, когда клиент является всего лишь плеером, он позволяет как бы свести читерство на нет. Да, это требует огромных, просто безумных нагрузок на сервере, потому что это обсчитывать каждого. Но с другой стороны, ну вот такой геймдизайнерская штука для особенно русской аудитории характерна ксенофобия. Если вас побеждают, значит противник читерит всегда. Просто всегда. Неважно, читер он или нет, но вы считаете, что он читер. И вот этот вот имидж архитектуры, что у нас не баня читеров, а у нас их просто нет, бывают ботоводы, но это отдельный мир, он как бы нам очень помогает. Из чего состоит игровой сервер? Игровой сервер на самом деле состоит вот из трех типов компонентов. Первый тип компонента, это, понятно, storage. Есть несколько больших баз MySQL, которые там обслуживают различные операции, об этом чуть позже. Там, поднятие аккаунта, сохранение данных. Вот. И есть такая вот NoSQL типа база данных RabbitMQ, которая на самом деле очередь сообщений. Вот. Мы с этим игровым сервером, потом восстановлюсь, взаимодействуем по принципу черного ящика, и это то самое наше окно. Вот. Сам сервер внутри, как бы каждый процесс, это работает порядка 2400 процессов на самом деле для обслуживания русского кластера. 2400 процессов примерно на 300 машинах. Каждый из этих процессов выступает в одной из трех ролей. Первый тип роли – это BaseApp, это тип взаимодействия с клиентом. Именно к этой точке клиент коннектится, и на BaseApp вы играете в ангар. Купили танчик, продали танчик, не знаю, патрончиков, статистику посмотрели. Бои происходят на так называемых целапах. Это, грубо говоря, такой специальные сервера, процессы, которые обслуживают бой, и к ним коннектится BaseApp, и вы даже у вас не происходит реконнекта, вы на них проводите бои.
Вот. Но есть такая еще сущность, как Login App. Это, опять же, такие специальные типы процессов, которые там участвуют при взаимодействии с при логине. Залогинились, проверили аутентификацию, все, success, вас пустило. Понятное дело, есть еще менеджеры, которые этим все управляют. Такие вот процессы специальные за взаимодействием с базой данных, которые следят за тем, насколько сильно прогружены конкретные ноды, на какую арену надо отправить конкретный сервер, балансировщик и всякая интересная штука. Ну, чуть поподробнее, да? Так что вы, я исхожу из того, что все, если не играли, то представляют, что такое танчики. Вот, как я уже указал, на бейзапах это что-то про ангар, взаимодействие с чатом, админ, системное сообщение. Вот. А вот на целапах есть определенные сущности, которые отвечают уже за взаимодействие боя. На самом деле технологически один бой может рассчитываться даже на нескольких серверах, и тогда там есть определенные линии разреза и передача сообщений между нодами. Вот. Но так или иначе, вот машинки, базы, всевозможные разрушаемые объекты, все это, опять же, повторяю, считает сервер и следит за тем, что клиент, отправляя команду, что я проехал сквозь стену, действительно может это сделать. Вот. При разработке сервера мы используем язык Python. Многие знакомы с большинством интерпретируемых языков или с какими-то. Вот. На самом деле Python нам очень-очень нравится, потому что он простой, вот, понятный, в него легко входить, и на нем достаточно удобно писать гейм-логику. Есть, правда, у всех интерпретируемых языков и таких языков, которые работают с виртуальной машиной, такая проблема, как GC, Garbage Collector. Вот. Проблема заключается в том, что иногда эта штука вызывается, причем никто не конкретно не знает, когда, и начинает вам, работает в режиме stop and go, когда система замирает, что-то там коллекционируется, потом удаляется вот из памяти. А для реалтаймовой такой игрушки, как танчики, вот эти вот паузы, они абсолютно неприемлемы. Вот. И мы подумали, как это можно исправить, и взяли garbage collector, выключили. Вот так вот. Пиу. Вот. После этого, конечно же, возникает проблема, собственно, как следить за памятью. Вот. Ну, тут на самом деле секрет прост, секрет фирмы Wargaming. На разработку сервера на питоне нанимайте C++ программистов. Они знают, как пользоваться памятью. В питоне все равно остается там включенным подсчет ссылок, он прибирает память аккуратно, и все хорошо. Вот. Конечно же, самые критические части переписаны на C++, там, где это необходимо. Вот. Но на самом деле таких меч немного. Внутри сервера, на самом деле, чтобы вы представляли один кластер, это, 350-60 машин на конкретной периферии, вот какой-нибудь там RU4, RU3. Вот, это вот какое-то количество серверов, которые стоят в одной стойке, или в двух стойках, или еще как-нибудь. Вот, очевидно, между ними надо обновляться данными. И реализован обмен сообщениями на базе UDP. Вот, еще такая интересная техническая штука, чтобы представляли. TCP, он как бы хорош, но там есть проблема с ретрансмитами, с потерями пакетов. На самом деле этот протокол оптимизирован на передачу на далекие расстояния. А UDP нам позволяет реализовать собственный протокол с гарантией доставки. Ну, чтобы вы представляли, когда у вас сервера в соседней стойке, либо пакет дошел за одну миллисекунду, либо не дошел. Он не дойдет за 3 секунды. Он всегда либо дойдет очень быстро, и тогда перепосылать не надо, либо не дойдет. Тогда надо очень быстренько перепосылать, и все хорошо будет. Вот. Про отказоустойчивость. На самом деле, вот это вот огромное количество игроков, 800 тысяч, да, они вот находятся одновременно в онлайне, они потребляют какого-то огромного количества ресурсов на свою работу. Вот, и уже работая с такими онлайнами и фактически имея реал-тайм взаимодействия, множество тактов за одну секунду отрабатывает, и каждый такт там обновляется информация о том, как игрок конкретно должен видеть мир, рассылается информация. Все это потребляется, работает в памяти. И по перформанс-причинам так получилось, что мы можем работать с объектами только в памяти. То есть как только вы залогинились, объект из базы данных считался. Запись в базу будет происходить только когда вы уже будете делать логаут. До этого ваш объект находится только в памяти. А есть еще такая грустная правда жизни, что сервера иногда падают. Вот, чтобы эту проблему нивелировать, мы объекты в памяти реплицируем на соседние ноды. Это делает сам движок, но вот такая идея может вам понадобиться в разработке каких-нибудь ваших решений. Вот, поэтому если какая-то одна нода выходит из памяти, выходит из строя, падает, вы не теряете там свою часовую, двухчасовую или некоторые 12-часовую сессию, вот, а просто активной становится соседняя нода, у вас произойдет в худшем случае дисконнект, вы то перелогинитесь, продолжите играть тот же бой. Касательно трафика. Большой секрет про игрушку, на самом деле игрушка пошаговая. Просто в ней очень маленькие шаги. А для любой недетерминированной системы, на самом деле, трафик был бы плавным, а у нас, раз игрушка пошаговая, то он совсем не плавный.
И чтобы как-то людей, ну, сделать между ними честно, мы вынуждены пакеты всем игрокам рассылать одновременно. Причем это не просто всем игрокам на кластере, ну, в одном бою, это всем игрокам на кластере. Такой вот есть специфика движка. Вот. Это все вызывает то, что трафика много, как я уже сказал, 8 миллионов пакетов в секунду. Вот примерно указал цифры, чтобы вы представляли, что мы просим у дата-центров, когда мы туда хостимся. И вот тут вот я просто сломался реализовать график, ну вот нарисовать 800к на 1 миллисекунду, а потом 10к 99. Те люди, которые работают сетями, представляют, что это просто убийство для оборудования. Да? Такой резкий скачок, нельзя потерять ни одного пакета, а потом застой. Нарисовать график, там, грубо говоря, на 99% оборудование простаивает, но в пиках происходит какое-то безумие. На всякий случай у нас есть возможность пакеты рандомизировать, и когда новые периферии вводятся в строй, об этом чуть позже, мы, в принципе, выключаем этот механизм, что каждый сервер начинает несколько игрокам врать на рандомное значение, но поскольку игрушка очень пинг-ориентированная, мы это включаем только в исключительных случаях. Так, в целом, у нас оборудование такое вот очень серьезное для того, чтобы это обеспечить, почти все время простаивает. Вот. Проблемы роста. Я не знаю, есть ли тут люди, которые играли в танчики 2-3 года назад. Вот, есть. Ну вот, те, кто есть, ну, в общем, они помнят все проблемы, которые были, грубо говоря, после релиза примерно полгода. Вот эти вот падения раз в 2, раз в 3 дня, постоянные по вечерам недоступности сервера, очереди. Да, были огромные проблемы. Главная проблема заключалась в том, что мы абсолютно не угадали аудиторию. Вот, она, причем, ну, научились держать 25 тысяч, пришло 30, научились держать 30, пришло 35. И вот в этом авральном режиме команда работала примерно полгода. Ну, это просто с полным поломом сна, режима дня и ночи, разработки, деплоймента. Ну, просто такой вот полгода был достаточно серьезный постоянный аврал. Вот, было даже весело, но со временем заманячила такая одна проблема. Мы пока чинили собственные баги, возникало ощущение, что мы можем расти по онлайну все выше и выше. Но в определенный момент стало ясно, что мы не можем расти дальше вообще. Ну, вот где-то там возникают какие-то мистические проблемы уже на уровне сетевого взаимодействия внутри дата-центра. Исследовать их можно, потратить множество ресурсов, а может это принесет какую-то пользу, может нет. И если помните, несколько лет назад мы работали как один сервер, не было еще никаких RU1, RU2, RU3, и появилась идея, что эту проблему надо чинить. Вот. Ну, все знают, как эту проблему чинить. Берем, ставим несколько кластеров, делим аудиторию. Вот, но тут появляется добрый паблишер и говорить нельзя. Вот, мы не хотим, как в World of Warcraft, чтобы там можно переносить игроков. Нет, мы хотим, чтобы вот так, и все, игрок играет на другом сервере. Типа, мол, не надо делить аудиторию. Нас собрали в специальном месте, отобрали у всех телефоны, интернет на 2 дня. Вот, под Минском мы гуляли и думали, как решить проблему. Вот, пока решали вот этот вот, как игрока переносить с одного сервера, причем это даже с одного дата-центра в другой, как делать, не делать. Самая интересная фича получила официальное название «переездец». Как-то надо перенести. Вот, переездец. Вот, перешли. На самом деле была разработана архитектура такая, что мы один из наших кластеров поставили в одном месте и сказали, что теперь ты отвечаешь за данные. Поставили множество кластеров RU1, RU2, RU3 в различных точках, положениях мира. И обратили внимание, что теперь при логине, там не просто логин, а там при логине начинает происходить процесс, что у вас фетчится аккаунт из центрального кластера, транслируется в другой дата-центр, там вы играете ваши бои с аудиторией, которая сидит на этом дата-центре. Хотите переехать в другой, происходит коммит данных из одного дата-центра в другой, а потом коммит туда, куда вы переезжаете. Вот. На самом деле, ну, фича потребовала огромных ресурсов, но после ее реализации мы, ну, вот примерно вот эта вот архитектура, да, где что происходит. Вот. Но после этого мы поняли, что то, что мы реализовали, оно на самом деле нам, мы решали эту проблему масштабирования, а оно фич принесло гораздо больше, чем мы ожидали. Ну, точнее, не успевали даже задуматься. Вот. С геораспределенность первая, да, мы теперь сможем расставляем дата-центры в местах, где множество игроков, чтобы им было гораздо удобнее с точки зрения пинга играть. В Новосибирске, в Амстердаме вот появляется, будете в Голландии, будете играть там. Вот. Вторая проблема – это отказоустойчивость. Причем, ну, одно дело, когда вы сами обеспечиваете отказоустойчивость, а другое дело, когда, ну,
в дата-центрах реально случаются беды. Там либо трактористы, либо электричество, либо еще что-то. Звучит, конечно, как-то смешно и многим непривычно, особенно кто пользуется услугами там, популярных там, дата-центров в Европе. В России такое случается почаще. Хотя я думаю, что и там часто, и просто мы мало знаем, но все-таки. Вот. Второй момент, который возник, это независимость. На самом деле, вот, если говорим мы о России, да, вот, все равно в дата-центре есть определенные провайдеры трафика. Все равно конкретно дата-центр, если будет знать, что он сейчас может взять и танчики зарежить, у него явно будет желание там, либо повысить цены, либо еще что-нибудь плохое сделать. И теперь, ну, мы ничего не боимся, на самом деле, готовы к включению любого из наших дата-центров без каких-то проблем. Вот. Это вот было несколько про сервер, теперь про веб. Веб на самом деле это такая штука, которая каждой игрушке необходима. Вот, об этом многие не задумываются и об этом начинают вспоминать уже при выходе в продакшн. Когда вы делаете определенный продукт, в который люди играют, надо не забыть о вот этом всем многообразном дополнительном функционале. Некоторые из них нужны отдельно определенным категориям игроков, некоторые более нужны, некоторые менее. Точно, что понятно, что всем нужна платежная форма и там, система принятия платежей. Вот. Тоже на самом деле достаточно такая сложная штука. И для бизнеса важная. Вот. И эти компоненты, они всегда переписываются, обновляются. Мы регистрацию уже делаем и переделываем 5 лет. И, наверное, еще 5 лет будем делать и переделывать. Платежная форма недавно вышла новая. Мы опять ее, возможно, в перспективе будем переделывать. Зачастую, ну, все считают, что, грубо говоря, все уже более-менее знают, что кроме продукта нужно иметь определенную рекламу, вот, и маркетинговые бюджеты, но и также нужно иметь вот этот third-party, кучу сервисов дополнительных, которые вам необходимы для вашего удержания ваших игроков, потому что кто-то любит мериться статистикой, кто-то любит показывать видео, вот, ну, смотреть там какие-то обновления, форум, люди любят обсуждать, болтать, вы хотите эту аудиторию управлять. В общем, происходит много чего интересного, этим нужно заниматься. World of Tanks, он работает на движке Big World, и фактически этот движок – это что-то, работающее совершенно отдельно, по отдельным законам, к вебу, имеющее достаточно косвенное отношение. Но мы работаем с ним по принципу черного ящика. Мы – это веб-разработчики. Вот. Есть определенные интерфейсы, которые мы сами реализовали для того, чтобы с ним взаимодействовать. Там MQP, XML-RPC, там, чтобы было попроще. Вот. Ну, система обмена сообщений теперь достаточно популярная и широко используемая. Есть один важный момент, что сами данные игрока в базе данных игровой, там не нужно знать подробности, делать какую-то аналитику. Там фактически оно хранится в виде key value storage. А если вы хотите разрабатывать веб, то вам как бы вот веб-программисты уже, не знаю, с одной стороны, как программировать веб, интернет знает уже 15 лет, и в интернете вот сколько сайтов, чтобы узнать, как там программировать на PHP или Python с MySQL. Вот, но у нас была проблема, связанная с тем, что данных не было в подготовленном виде. Ну, раз не было, мы написали отдельный сервис, который выгребает данные из игрового сервера при логауте, вот, и раскладывает их в красивый нормализованный вид. Ну, там совсем там таблички, нормализация, там, соответствующая нормальная форма. Вот, уже по этой статистике очень удобно работать веб-программистом, очень удобно делать аналитику, вообще все счастливы. С одной стороны, игрушка такая вот закрытая, там кучу потрясающих решений, которые вообще убирают все удобство аналитики, но для того, чтобы она поддерживала большие онлайны, а с другой стороны, вот полная нормализация и счастливые веб-разработчики, которые делают, ну, по крайней мере, они работают не с чем-то сверхновым, достаточно быстро могут делать различный функционал. Сам веб, опять же, он достаточно большой и толстый, там есть и сервисы обновлений, и различные специфики взаимодействия, и его тоже делать как отдельный сайт, это совершенно как бы, ну, достаточно... Пытались поначалу, но достаточно быстро не получились, и мы начали достаточно быстро это разрезать на кусочки. Модный аналог слова «разрезать на кусочки» — это вертикальное партиционирование, между прочим. Вот. Разрежаем наши сервисы на кусочки, отдельно новости, отдельно регистрация. Вы даже можете не знать, что вы ходите по различным сайтам, потому что они на одном урле висят, но на самом деле, инженерно, вы ходите по различным сайтам, каждый из которых работает со своим собственным MySQL. Вот. Нет там никакой магии, нет там особо магии распределенных хранилищ. Просто отдельные сайтики, которые выполняют каждую свою роль. Вот. Вот слева тут в столбце наш основной варгейминговский веб-стек. При разработке мы решили, что для нас основным языком и веб-проектов будет Python. Вот. Достаточно там чуть-чуть доработанный LAMP-стек, только в нашем случае Python там, и MemcacheD, RabbitMQ. Вот. Это наше мейнстрим-решение. Этим подходом мы решаем почти все наши задачи. Есть всегда задачи, которые невозможно
решить с помощью этого стека. Мы тогда не боимся, мы где надо компоненты заменяем. Где-то Ruby, где-то PostgreSQL, где-то MongoDB, где-то Redis и различные. Экспериментируем, короче. Вот, достаточно быстро я бегу, надеюсь, побольше останется время на вопросы. Последняя сложная тема, на самом деле такая интересная, это обновление клиента. Вот. Представляете, клиент-серверная игрушка, размер обновного обновления примерно 1 гигабайт, и когда месячная аудитория игроков вдруг узнает, ба, надо скачать гигабайт, это же вот обновление, новые клевые танчики. И да, у нас есть определенные проблемы, мы... Ну, поскольку система эволюционирует последовательно, мы до сих пор не реализовали обновление заранее. Мы не умеем сказать, клиент, скоро будет патч, на, скачай гигабайт, потом когда-нибудь ты им будешь пользоваться. Нет, у нас вышли в релиз, все скачивайте. Вторая проблема, которая есть, в России достаточно плохой интернет, ну, по крайней мере, он неконтролируемый даже, его качество, и... раздавать патчи, ну, достаточно быстро, там ясно, что переход, все начинают использовать либо HTTP, либо торрент. Торрент для вас бесплатней, а HTTP более приятен для игроков, потому что как бы их трафик не занимает. Но так или иначе, почти все игрушки не зря обновляются торрентами, потому что как бы участвуют сами в раздаче. Вот. А мы, когда попробовали торренты, мы поняли, что торрент это хорошо, но есть одна большая проблема. Если во время игры раздавать обновление, то человеку играть становится некомфортно. А если человеку играть некомфортно, он становится грустным, а грустные люди не платят. А нам нужны как бы веселые люди, поэтому мы не обновляем. Поэтому, грубо говоря, если за 5 минут скачали свой патч, вы только 5 минут раздаете. И все это достаточно сильно ломало вот эту концепцию торрент-сессии. Вот. Ну, чтобы как-то с этим бороться, мы решили собирать статистику. Ну, надо же хотя бы как-то измерить. Вот. И достаточно сумасшедше начали собирать статистику по каждому скачиванию. По каждому скачиванию каждого там, файла, патча или какой-то еще штуки мы собираем вот файл, размер, время, протокол, по которому было скачано, источник, откуда вы скачивали, либо с CDN, либо с каких-то пиров. Вот. Вторая штука, которая понадобилась, мы несколько подхачили трекер стандартный, просто сделав так, чтобы наши сервера, которые Wargaming сам поддерживает, сидеры, они были всегда в топе. Ну и, конечно же, начали использовать активно CDN, причем методом не через HTTP, а через торрент. Кто не знает, в торрентах можно прописать HTTP-ссылку, и тогда сам клиент будет принимать решение, откуда ему быстро качать. Вот. Тут вот потом я изобразил график, специально из него убрал все цифры, чтобы мне разрешили его вставить. Это график количества игроков и количества боев на сервере до обновления и после. Вот там вот полный ноль внизу, это... Знак о том, что сервер целиком лежит, мы обновляемся, там никто играть не может. И вот в следующее время, фактически в день обновления, уже онлайн, практически такой, как вчера. Вот. Мы вот посмотрели на этот график, подумали и решили, что пока мы делать лучше не хотим. И отложили тут задачу в сторону. Когда понадобится еще что-то оптимизировать, мы обязательно к этому вернемся. Вот. Достаточно вот так вот быстро, оперативно я рассказал, как примерно работают танчики внутри. Некоторые... мысли, идеи, чтобы эта вот сумбурность как-то осталась в головах. Когда вы делаете продукт, и когда вы делаете качественный продукт, самое главное в нем – это скорость и простота разработки для ваших программистов. Учитывайте, что у вас команда может расти, их надо будет как-то быстро вводить в курс дела или вообще отправлять их работать достаточно сразу. Это на самом деле большая проблема, чтобы продукт было просто развивать. Он не должен быть просто там высоконагруженным изначально по дизайну. Исходите из того, что изменений будет много, и поэтому надо упрощать разработку, весь мир развивается в эту сторону. Второй момент, не стоит бояться взаимодействия множества стеков. Единственное, что нужно сделать, наверное, это заранее договориться о протоколах. Ну и мы решили, например, что мы всегда будем использовать либо открытые протоколы, либо достаточно популярные протоколы, чтобы не переизобретать велосипед, потому что не хватало нам еще протоколы дизайнить. Опять же, совет для программистов, для архитекторов. Вот есть два лагеря разработки, в данный момент синхронные и синхронные. Вот, на самом деле, опять же, для простоты разработки максимальное количество кода должно писаться синхронным кодом. Это просто, понятно, туда ложится. Ну, синхронным подходом проще реализовывать то, что выдумали геймдизайнеры. Вот. Да, синхронный подход иногда необходим, его смело используем там, где удобно. Ну и такой совет. Два совета просто, если кто-то еще не познаком, то советую обязательно познакомить с концепцией чередей сообщений, например, MQP. Ну и также капитан очевидность говорит, что пока у вас объекты в памяти, работа с ними самые быстрые. Все.
Теперь я готов выслушать различные вопросы на различные темы. Да. А чего еще раз не услышал? Ну, принципиальное отличие в следующем, что с решением Serialm фактически мастером данных является только одна нода. Вот, мастером данных, ну, мы не храним данные там, в тех местах, которые проходят боя, RU1, RU2, RU3. У нас очень прозрачно сделано перемещение. То есть фактически оно занимает, ну, на самом деле принципиальное отличие как бы немного, это все равно коммит в какой-то определенный сторож и фетч их, но есть специфика в том, что мы сделали это доступным в реал-тайме. Фактически для переключения с одной периферии на другую вам по завершению боя там необходимо 5 секунд. То, что сейчас тебе приходится перелогиниваться, это такие еще интерфейсные вещи, которые мы в данный момент уберем. Ну, там, не знаю, в World of Warcraft там есть такое понятие, да, Battle Arena, например, куда вы играете, там, действительно ходите прозрачно. А у нас ты можешь, ну, там, не знаю, просто принять приглашение друга и переключиться. То есть основная специфика именно в том, что мы реализовали это на том качестве, чтобы это было реал-тайм. Через выделение отдельного сервера и коммиты туда данных и фетча при логине. Ну, асинхронное программирование, там есть куча проблем, там, да, там, запутаться в колбеках, запутаться в реализации. Но это на самом деле не та большая проблема. Самая большая проблема, когда геймдизайнеры приходят и говорят, нет, сегодня мы должны реализовать такую фичу, как пробитие, и она должна считаться таким-то вот образом. Или приходят требования, что нужно реализовать такой-то вот, ну, алгоритм. При этом, ну, делайте этот алгоритм асинхронным и будь уверенным в том, что через 2 часа или там, через 2 дня не придет геймдизайнер и скажет, ой, я передумал, надо что-то переделать, чтобы это у тебя не вызывало взрыв мозга и было достаточно простым в разработке, а еще более важно, в поддержке и фиксинге багов. Вот, вот простой стандартный синхронный код на питоне, он достаточно просто в отладке и в разработке. Это исключительно только для того, чтобы быстрее делать. Что еще? Как только в Беларуси будет достаточно игроков, чтобы им играть было комфортно. Это примерно ночью должно быть, ну не знаю, 5-10 тысяч человек. В Беларуси? Пару сотен тысяч зарегистрированных, а больше, если честно, не знаю, надо смотреть. На самом деле нет. Как бы архитектура, вот это вот масштабирование кластеров, да, выставление их в определенных дата-центрах, мы теперь, ну, выставляем их в различных частях света, и требований сверхнадежности к тому, в каком состоянии, в каком месте находятся эти кластера, нету. Игрок, наш трафик между кластерами гораздо меньше, чем трафик игроков к кластеру. И разместив мы, там, например, что-то в Минске, да, там какой-то один из кластеров, у всех белорусов был бы огромный пинг, а требования наши между вот этой периферией и доступностью центра, они достаточно маленькие. Там нужно что-то вроде гигабита или еще какая-то такая мелочь. Вот, при этом, ну, чтобы представляли, даже дисконнект между центром и периферией, вот там, на полчаса это абсолютно приемлемо, при этом игроки продолжают спокойно играть, всего лишь не могут логиниться. Так что это просто вопрос появления аудитории. Ну и также всех регионов, в принципе, касается. Как только большое количество игроков, там появляется отдельная периферия. Ну, на самом деле читерить можно исключительно с тем, что клиент знает. Архитектурно сделано так, что клиент знает только то, что он должен знать. Если вы не должны видеть танк, на этом клиенте просто нет этой информации. Игровой сервер, когда вы увидите новый танк, пришлет вам пакет, в котором содержится. Кстати, ты теперь видишь этот танк, в таких-то координатах он движется в эту сторону. Это полностью нивелирует читерство на уровне множества зданий. С другой стороны, в любом случае есть определенные аспекты, с которыми... Ну, это так называемое знание происходит одновременно. Да? Есть определенные аспекты, которые помогают знать, что же было в прошлом. Да, там самая известная история это с трассерами, когда вас стреляют, и вы знаете, что вас стреляют, оказывается, удобно вам нарисовать там, откуда вы стрелили. Вот, тогда вы там в кусты стрельнете и там победите. С этим, опять же, стараемся различным образом бороться, переставая эту информацию показывать или ограничивая. Вот. Но вообще есть мысль, ну, такая, которая выбита просто
у каждого в душе. Вот, мы исходим из того, что клиент находится в руках врага, что он уже полностью дезассемблирован, что там есть все исходники, мы там даже не обфустируем на самом деле клиент, там, дезассемблировать его, мне даже слово стыдно говорить, слово дезассемблировать относительно питона, вы его просто пути в пуп конвертируете, там почти все видно. Вот, нет, ну просто так архитектурно и решили сделать. Можно взять готовые на PHP и дописать. Python. Python. Графика? Ну, там DirectX, на самом деле, насколько я помню. Хотя мы все понимаем, что на Xbox нет DirectX, в Blitz'ах на Android и iOS нет DirectX. Есть множество клиентских технологий, которые мы умеем использовать и переключаться между ними. Все, спасибо.